Я Аарон Леви, CEO и основатель компании Box. Box — это очень простой инструмент для бизнеса. Он позволяет безопасно хранить, обмениваться и совместно работать с файлами в сети. Вместо того, чтобы тратить деньги на инфраструктуру, программное обеспечение и компьютеры от IBM, Oracle или Microsoft, можно использовать Box и получить доступ ко всем своим файлам, обмениваться ими, работать с ними с десктопов, ноутбуков, смартфонов и планшетов, работать вместе с коллегами, клиентами и заказчиками. Box использует 97% компаний из списка Fortune 500. Доходы мы не раскрываем, но они растут очень быстро. Сегодня корпоративное ПО разрабатывается так же, как и на потребительском рынке. Мы очень быстро интегрируем, пробуем новые версии продукта, каждый день и каждую неделю выпускаем что-то новое. Мы постоянно обкатываем свои разработки на клиентах, пытаемся угадать их желания, ищем наиболее простые и элегантные решения, которые могли бы изменить то, как люди работают. Мы постоянно обкатываем свои разработки на клиентах, пытаемся угадать их желания, ищем наиболее простые и элегантные решения, которые могли бы изменить то, как люди работают. А годами разрабатывают корпоративные решения старые компании, такие как IBM, Oracle и другие. Мобильные устройства меняют рынок корпоративного ПО. Компании, которые были созданы 20-30 лет назад, те же Oracle, Microsoft и SAP, появились в эпоху майнфреймов и терминалов на заре эпохи ПК. Новое поколение компаний, которые будут использовать корпорации, это компании, созданные в мобильную эру. Как развивались технологии? Раньше только очень богатые компании и государства могли себе позволить большие дорогие компьютеры. Потом появились персональные компьютеры. Стали развиваться технологии типа клиент-сервер, и бизнес стал немного более связанным друг с другом, а технологические решения более автономными. Новый виток перемен дали мобильные и облачные технологии. Эти два явления тесно друг с другом связаны. Облачные сервисы можно использовать с любого устройства, безопасно обмениваться информацией с людьми внутри и вне вашего бизнеса. Очень интересно посмотреть, как эти технологии будут развиваться дальше. В следующие 5-7 лет скорость бизнеса резко вырастет. Компании смогут быстрее принимать решения, быстрее делиться информацией с партнерами, маркетологами, клиентами. Все эти процессы значительно ускорятся благодаря облачным интернет-технологиям. Нужно умело балансировать между разными элементами удачной облачной технологии. Дизайн, маркетинг, техническая сторона. Облачные решения дают бизнесу множество новых способов разрабатывать сервисы и продукты, и совершенно необходимо пользоваться всеми теми преимуществами, которые облачные технологии дают перед традиционными. План Б на сайте rbk.ru.